Всем привет, мои дорогие зрители, подписчики и гости моего канала. У нас сегодня радостная новость. У нас грохочет гром и молния. Вот, если вдруг брякнет на фоне, не переживайте, это у меня дождик проливной на улице. Ну, а сейчас я хочу перейти к теме моего зигапиталума, который неделю назад был посажен на фитиль. Он уже у меня практически 2 недели. Даже, может быть, больше, чуть-чуть, 2,5. Вот, ну, уточнять не буду, там под видео наверняка числа есть, можно самому прикинуть, когда он был у меня приобретен и когда был пересажен. Это уже, грубо говоря, 3-е видео, я помещу его в плейлист, и давайте, наверное, посмотрим, что с ним происходит. Ну, по поводу поврежденных корешков, да, я согласна. Те, которые были повреждены, они умрут. Это, собственно говоря, как и у фаликов, как и у любой другой камбрии. И... Но в отличие от других видов орхидей, у зигапиталума очень нежные, хрупкие, прям такие крыхкие, как говорят еще, очень крыхкие корешки, которые действительно очень быстро ломаются. Там от дуновения ветра уже и все, и поломался. Вот. Ну... Покаместь в процессе, вот в течение недели, я на донышко чуть-чуть водички наливала. Сначала я налила вот так, а потом подумала, то не. Поскольку был намек на то, что чешуйки у бульбы подгнивали, черными становились, и сам цветонос почернил, я водичку слила где-то вот, ну, оставила там на 3-5 миллиметров, может быть. Ну, фитиль я не смогла уже вытащить, побоялась повредить окончательно корешки, которые оставшиеся. Я уверена, что корешки там еще остались целые, много осталось их. Потому что целый жмук корней был там, действительно большой-большой такой жмучок красивый. Вот, по поводу фитиля я выслушала такую критику хорошую. В принципе, может быть, не без основания и не беспочвенно. Ну, во-первых, я... Впервые столкнулась с этим растением, это раз. Во-вторых, я решила провести эксперимент, посадить его на фитиль, это два. Потому что многие камбрии у меня остались без фитиля. И, в принципе, они и так отлично себя чувствуют и развиваются. Но там был другой субстрат. Как мне советовали девочки, просто перевалить... Девчонки, я с вами согласна полностью и даже спорить не буду, но я не доверяю этим торфяным горшкам. Вот эти вот спрессованные, вот эти вот плотные. Вот вы меня, извините, не обессудьте их и не убейте в очередном комментарии. Просто вот хотелось избавиться от него. Вот уже, наверное, просто по фалюшкам я... Вот были печальные опыты, горькие, и... Так как я увидела вот эти черные чешуйки, которые вот начали уже чернеть от перелива. Вот. Дальше вот посмотрите, бульба, с ней все в порядке. Ну, как псевдобульба, скажем так. Будущее, да, вот это вот новенькое, которая цвела. Где мой цветонос? Вот он, черный цветонос. Я его отрезала, он подсох, сухенький такой стал. И с бульбочкой все отлично. То есть до нее сейчас вода и гниль не доходит. Она, я дала возможность и время ей подсушиться. Попервой воду я сразу не доливала. Я сутки выждала, даже чуть больше. Полностью сухой субстрат стоял и без воды внизу. То есть все, что там было, все просыхало. Вот. И те, которые корешки повреждены, вот, они немножко покоричневели. Это понятное дело, что они отомрут. Но... Торопиться нам некуда. Я думаю, что мы все-таки их нарастим. У нас еще много времени впереди. Вот. Вот наш новый росточек, который живет, сидит и радуется. Вот. Пока я движения не видела, хотя он, по-моему, чуть-чуть больше стал. И даже какой-то вот листик показался.
Да, он немножко подрос за то время, которое вот мы пересадили его, неделю, пусть полторы, да. Чуть-чуть, вот кончик, прям клювик, чуть-чуть подрос. Значит, с Зигом все в порядке. И сейчас я, наверное, выключу камеру, вытащу, потому что одной рукой неудобно. Я боюсь, палец соскользнет, и я просто уроню само растение. Очень тяжелое. И кашпошка чуть-чуть неудобная. Вот видите, вот как бы его так вот, оно, ну, вообще неудобно. Вообще-вообще неудобно. Так что я сейчас прервусь, вытащу и продолжим дальше разговор. Ну вот, я вытащила его из горшка, видите, у меня сейчас водички там нет совсем практически, там чуть-чуть вот капулюська, видите, чуть-чуть осталось. Я даже и не думаю, чтобы доливать, так как фитиль мокрый внизу, даже дренажик упал. Пока корешки целые, вот местами, местами есть, это те, которые были повреждены, вот. Вот, видите, повреждены были, они покоричневели. Те, которые целые остались, они остались беленькими. То есть, пока идет процесс адаптации. Вот, видите, беленькие корешочки остались местами. Местами покоричневели. Это поломы явно покоричневели. Там, где повреждены были корешки. Ну и субстрат, вы сами помните, какой я добавляла. Вот на дне корешочки. То есть, в принципе, покамесь 5 минут полет нормальный. Знаете, как Машка говорит, 5 минут полет нормальный. Вот. Я чему радуюсь? Тому, что я не даю ему лишней воды. Вот сейчас, видите, еще испарина есть. Чуть-чуть местами увлажненная кора внутри. И мох так же само. Вот, видите, влага еще есть. Поэтому сейчас в течение недели я воду доливать не буду. Ну и с учетом того, что сейчас пошли у нас ливни, чуть-чуть похолодало. Просыхать будет субстрат гораздо дольше. Поэтому насчет воды, я как говорю, как ему сказала, забудь и наплюй, и в течение недели будешь стоять без воды. Только потому, что субстрат влажный, и ему достаточно будет аж на неделю всего этого. И плюс вот эти вот ножки, коротышки. Там все-таки вода тоже застаивается, как своего рода имитация фитиля. Видите, там даже дренаж чуть-чуть упал. Вот. И там тоже вот влага сохраняется. Он дырочки забил вот, местами. Ну, у нас есть другие дырочки, видите. То есть все-таки дышит растение, дышат корешки. Вот. И там такой жмок корней, я вижу, там прям все спрессовано, если бы фонарь не забелял, еще вот, вот так. Там вообще замечательные корешки остались. И вроде бы не повреждены. Ну, либо дело случая, либо мне просто супер повезло, что все так благополучно пока месть развивается. Будем в дальнейшем еще наблюдать за ними, смотреть. Вот, что касается листьев, вот от перелива пошли пятна, их не было по приезду, видите? Вот, и сейчас мне максимально нужно просушивать растения для того, чтобы вот эти вот пятна дальше не пошли. Какие-то на листе повреждения, это я, наверное, уже ноготком черканула. Да, похоже, черканула ноготком. Вот, или же по время пересадки где-то черканула уже само растение. Листочки все замечательные, прелесть. Мне очень нравится, но если бы не вот это вот перелив, который, вот видите, испортил все в пятнах. А так растенница очень замечательная. Сейчас я его познаю, ознакомлюсь с ним, рассматриваю, как оно развивается, какой уход ему больше нужен. Он у меня сейчас тоже на кухне стоит вместе с камбриями в притенении. Насчет солнца, не помню, девочки, что мне писали, любит он солнце или нет. Ну, как правило, все растения практически прямых солнечных лучей не любят. Это я уже себе за правило взяла давным-давно. Вот, поэтому они у меня все в притенении стоят. И им достаточно сейчас того солнца, которое они получают на кухне. Несмотря на то, что у нас кухня угловая. Грубо говоря, в углу находится дома. Вот, и солнце практически только с утра. Там, до 8, до 8:30 бывает.
Вот. Что касается полива, я уже показала, по поводу субстрата рассказала, по поводу фитиля огромную критику выслушала. Спасибо, девочки, огромное за ругань. Вот. Действительно, без этого иногда и результатов не бывает. Надо что-то исправлять уже по факту. Ну, если нет возможности. Действительно, я просто фитиль побоялась вытащить уже насильно, потому что оно там сплетено, если вы помните, я внутрь в корешки это все запутывала. И если бы я потянула эти фитили, тем более еще крест-накрест, которые расположены внутри, я бы точно разорвала бы всю корневую. Поэтому пока оставим все как есть и поливать будем очень-очень редко, но метко, знаете как, с хорошей просушкой самого субстрата. И будем наблюдать за корешками, как они развиваются, что с ними там происходит. Вот корешки у нас такие замечтательные. Вот. Сама бульбочка тоже вроде бы как все, чернота все приостановилась, коричневая, эта чешуйка тут чуть-чуть осталась. Вот. Так что вот, я не помню кто... Из подписчиц мне девочка описала наблюдать за этой бульбой. Вот я за ней наблюдаю, она сухенькая, все чешуйки подсохли. Вот, и я начинаю немножечко уже вместе с ней успокаиваться. Вот, действительно, меня это уже немножечко радует, и успокоилась я по поводу вот этой всей гнили, пятен. Ну и из-за просушки, видите, неделю практически она стояла у меня то политая, то не политая, вот. И чуть-чуть бульбочки немножко сморщились из-за того, что я ей все-таки дала, устроила просушку. Вот. И вот так она мне ответила на просушку, зивушка моя. Ну, все остальные новости, радости и победы буду я предоставлять в следующих новостях и видео. Также видеоролики буду помещать в плейлисты. На сегодня все. Спасибо всем за внимание. Хорошего дня, отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока.